Всем привет! Сегодня приобрел видеокарту новую 950 Gaming 2G. Купил ее в интернет-магазине Розетка. И сейчас приступим к открытию новой видеокарты. Такая карта, такая коробочка. Так, сперва у нас есть еще маленькая упаковочка. Тут здесь будет. Сейчас посмотрим, что тут есть. Правильно открывается. Здесь у нас есть инструкция ненужная, диск с драйвером и DVI-переходник. Все, что у нас здесь есть. Дальше у нас есть прослойка и под ней видеокарта. Опять же, спасибо за покупку MSI. Вот и сама видеокарта. GTX 950 Gaming 2 гектара. Сейчас мы откроем, посмотрим. Вот сама видеокарта, пленочка. Вот все ходы, которые есть, DVI и остальные. Все закрытое, все. Видеокарта у нас частота памяти 6600. Есть разгон, если ее постараться разогнать, можно разогнать до версии 960 GTX. 100, разряд шины 128 бит. Вот вам сама видеокарта, вот и все. Спасибо за просмотр.